Все, вижу я, дело пошло. Закрываю топку. Все, посмотрим, как пойдет дело дальше. Тут уже пар так пошел, что даже я не ожидал. Надо доливать воды. Все, крыльцапа пошла. Так, пар у нас уходит, выходит вот отсюда. В парилке уже тепло. Ух ты, нормально. Обжигает руку прям. Ух ты, крутяк. Вот отсюда выходит. Прям мощный такой поток. Короче, я ставлю топор сюда. И вот что с ним происходит. О, перенаправляется прямо на камеру. Поток. О, прям сразу на меня идет. Пересушенный пар. Вот это да. Да, он действительно такую температуру офигенную имеет. Там... Ну вот. Все, почти все. Как в Ташкенте, да? Да, так оставлять. Угу. Я думаю, вот.